Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием этих работ по книге «Великие музеи мира». Нил, римская копия с греческого оригинала, первый век, мрамор, музей Хиаромонти. В эпоху эллинизма, то есть позднего греческого искусства, в скульптуре появилось множество сложных многофигурных композиций. Примером может служить данная мраморная копия с оригинала Александрийского мастера, представляющее божество реки Нил. Греки считали его одним из первых египетских фараонов и создателем оросительной системы. Могучий, полнотелый бог, сын океана, лежит в расслабленной позе, а вокруг играют младенцы, олицетворяющие притоки Нила. Один карабкается по его руке, второй купается, третий дразнит крокодила, четвертый сидит перед отцом, сложив руки, и важно смотрит на него. Всего в скульптурной группе 16 малышей, изображенных в живых позах и оттеняющих статичную фигуру божества. В композиции добавлены сфинкс, символ Египта, крокодилы и грозди винограда. Они, перегружая, делают ее избыточной. Таких «многословных» в кавычках фигур не знало прежнее греческое искусство, но в эллинистическую эпоху они стали типичными. Достаточно вспомнить мраморное изображение реки Тибр, которое находится в Лувре, хотя в той композиции фигур меньше. Когда заканчивается большой период в истории искусства, оно становится эклектичным, стремящимся объять необъятное и избивчиво рассказать о мире, о котором во времена юности и зрелости говорило языком высокой гармонии. Кроме того, в нем проявляется откровенная, несвойственная прежнему времени плотскость, которая при этом может исчезать за обилием деталей, как в данном случае. Вот такое описание к работе Нил, римская копия с греческого оригинала, первый век, мрамор, находится в музее Хиаромонти. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.